Всем привет. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. С превеликим удовольствием покажу вам сегодня новинку, очередную от компании HomeLikeShaving, но всего лишь одну. Вторую, которую обещал, покажу на следующее бритье. Не уложились, не успели, там пару деньков осталось поработать, так что в среду. Но зато сегодня я вам покажу то, что уже второй день в продаже, то, к чему мы шли давно-давно, и то, что нам самим чрезвычайно нравится. Это бритва Байкал-2, но в пластиковом исполнении, всего лишь с одной плитой. Как докатились до жизни такой? Как произошло, что вот решили делать все-таки пластиковые бритвы? А об этом, обо всем подробно в завершающем слове, как и о самой бритве. Так что вы на крупный план, я начинаю, а вы догоняете. А, да, еще один момент хотел бы пояснить. Под прошлым видео, где я показывал ножи для бритья, один из вас, Маршал, по-моему, предложил такой вариант, что на ноже вместо, допустим, той же самой расчески сделать терку. Мы думали об этом, но смысла в этом не увидели вообще никакого. Делать хорошую терку дорого. Сделать просто вырубки — это будет так себе терка, и потом мыло вам оттуда выколупывать придется. Поэтому это будет бестолковое, бесполезное изделие. Но и это само по себе ни к чему совершенно, потому что те грани, которые уже существуют на ноже, начиная от зубчиков и заканчивая всеми там плоскостями, они сами по себе из твердого мыла делают великолепную стружку. Поэтому терка на этих ножах, ну, она в принципе априори не нужна. Ни к чему совершенно. Ну а теперь бриться. Ну что, с Богом. Напоминаю, 4-я позиция, лезвие Wilkinson Sword. Ну, в принципе, пену собирает хорошо и промывается нормально. Провел, забыл. Ну. Да, наверное, все. Давайте уже переворачивать на вторую. Основную щетину сняли. Так, это будет вот так. Все. И так, лучше водички чуть-чуть. Трин-трин-трин. Ну, в принципе, все. Для большинства ситуаций можно было бы сказать, что бритье закончено. Но все-таки этот станок точно так же, как и многие другие, позволяет довести себя до состояния BBS. Поэтому сейчас еще, наверное, третий проход, но уже зачищающий такой. Все, компрессия, автошейв и заключительное слово. Хорошо. Так, итак, так как у нас сегодня обзор на один предмет, я еще одну новинку забабашу. Но это вам еще, наверное, недельку-другую придется подождать. Потому что где-то только 3/4 завершено. Все эти лосьоны по ароматике мыл, которые уже у нас есть на сайте, на 3/4 готовы. И там уже все настоялось. Все нормально, все хорошо. И скоро мы их точно так же сможем предложить вашему вниманию. Но это пока еще вот надо недельку-другую подождать. Так вот, почему Байкал, почему пластмассовый? Были там среди некоторых товарищей мнения, а они там никогда не будут делать пластмассовый Байкал, потому что железный никто не будет покупать. Ребята, глупости, глупости и чушь. По крайней мере, я к этому так отношусь, потому что ни один пластмассовый станок, даже самый супер-пупер забубенный, он никогда не заменит хорошую металлическую бритву. Он, в принципе, этого не сможет сделать. Это разное. Ну, вообще разные. Весовые категории разные. И бритье, по большому счету, тоже разное. Так что, наверное, где-то почти год назад, когда впервые побрился Фантом Блю от артизанов, ну, этот косорез, который а-ля под фазана. Вот тогда мы уже серьезно стали задумываться. В конце концов, в России пластмассовых заводов, как у дурака Махорки, да неужто не потянем. Но долбились все это время. И с формой разбирались, и с конструкцией бритвы разбирались, потому что, к сожалению, производители не могли спрятать металлический винт в крышку при существующих размерах. Пришлось ее несколько утолщить. Там попросили, чтобы была определенная толщина. Были определенные опасения, что если мы это сделаем, то мы кардинально поменяем работу бритвы. Но к моему великому счастью, к нашему великому счастью, да, поменялось, но не кардинально. По сути, всего, чего мы добились, бритва стала мягче. Пусть не намного, но все же мягче. Это вопрос к тому, что 4 на пластиковом Байкале, 4 на металлическом – это будут разные 4. Эффективность примерно одна и та же, но сам ход, сама вот эта вот структура бритья, она совершенно другая. Но металл все-таки, когда ты берешь металл, ты вот взял в руки, маешь вещь, вот эта тяжесть, эта свинчаточка, и когда ты по лицу работаешь, но ни одна пластиковая бритва это тебе, конечно, не даст. Даже пускай супер-пупер тяжелая, это не самая легкая, потому что я брился бритвами 12-14 грамм, здесь 24, но сравните 24 и 124, ну как бы разница, да? Так вот. Прежде чем заняться вот всей этой бедой и сделать все-таки выбор, что пластмассовое мы сделаем, новое плодить не хотелось, хотелось сделать из того, что уже, собственно, сейчас есть. Это или Старт, или Колибри, или Байкал. Решили все-таки остановиться на Байкале по одной простой причине, что в нем потенциал настолько мощный заложен, и он как раз подходящий под ту категорию, которую хотели бы мы освоить. Потому что сейчас большинство производителей, которые есть в мире, они, собственно, бодаются в металлической нише. Кто-то из нержавейки, кто-то из титана, кто-то там из бериллиевой бронзы там, или еще с чего-то, кто-то с илумином не грешит и называет это наследие жилета. Ну, флаг им в руки, суть не в этом. Я все это к тому, что пластмассовую тему забросили совсем. Если бы не год-два назад артизаны не выпустили вот этот вот свой первый Фантом Блю под фазан, а-ля фазан. Сейчас, кстати, там новые формы появились, они их по-другому назвали. По сути, это то же самое, только другим цветом. За 26 баксов. Да и нету другого развития. А до того, как артизаны выпустили все это, что у нас, собственно, было на руках? Ну, я вот сейчас вот все, конечно, не назову, но самое популярное, то, к чему все привыкли, и то, что все знают. Ну, это Физер Популяр. Но он не совсем пластмассовый, не совсем нашу тему, потому что он все-таки регулируемый. И, ну, в смысле, как регулируемый? Бабочка. Но там все-таки элементы металла тоже есть. Но это более-менее приличная бритва, которую можно посоветовать каждому. И, в принципе-то, на этой бритве хорошо бриться. Стоимость у нее 1400 рублей. Хороша бритва. Но она, на мой взгляд, грешит и мягкостью, и средней агрессивностью. То есть, она где-то посерединке. У нее шанс зацепить человека, чтобы он на ней остался надолго. Ну, мне кажется, наверное, самый высокий из всех тех бритв, которые я сейчас назову. Ну, наверное, процентов 50-60. Это самое серьезное изделие из пластмассовой темы, с которым я сталкивался. Достаточно такая мощная, уверенная штука. Если говорить о Wilkinson Sword, бритва, несомненно, хороша. И при ее стоимости 360 рублей. Но бери не хочу. Но она мягкая. Она мягкая. Да, и можно пошкрябаться в определенном степени, но как ни крути, она все-таки мягкая. И чтобы она зацепила человека, он на ней остался надолго, ну, мне кажется, у этой бритвы процентов 40, ну, не больше. Потому что, ну, не каждому человеку такая бритва подойдет. Вот мне, например, точно нет. Потому что захочу я выбриться в BBS с этой бритвой, мне это даже на фезере будет, ну, непросто сделать. Можно, но непросто. И рано или поздно мне это все это надоест. Лорд, Дорка, 111 рублей, 190 рублей. Ну, ребята, это хорошие мягкие бритвы. Если вы новичок, если вам интересно что-то попробовать и узнать, а в принципе, что такое за безопасная бритва, вы там зарежет, не зарежет, можно смело рекомендовать эти бритвы, как, впрочем, и Рапиру Platinum Lux, 140 рублей. И человек хотя бы познакомится с этой темой. Но остаться надолго на этих бритвах у него точно так же не получится, потому что большинство людей, типажей, которые живут на территории нашей страны, но у них от средней до жесткой позиции в щетине. И с мягкими бритвами им не очень. Несомненно, есть люди с мягкой щетиной. Вот им, да, им на 100% задержаться. А все остальные, ну, по бороде, мимо. В этом плане будет отличаться только несколько Рапира Platinum Lux, потому что она не такая уж и мягкая, она даже ближе к среднеагрессивной подходит. Но тут другая сторона. Многие новички, которые к ней приходят, они ее не понимают и начинают там, ну, не ныть, не плакать, не гундосить, ну, скажем так, пенять. Она чересчур агрессивная. Вот там говно. Да нет, ребят, не говно. С этой бритвой можно и год, и два, и три просидеть. Но другое дело то, что она несколько специфическая. Ее нужно понять, простить, принять и уметь. Вот. А это как раз то, чего новичкам не хватает. Им шашки наголо, ура, ура, вперед, вперед. А, дай, хочу. Все умею, все победю. Ну и Феникс Артизан, то, что вот с чего мы начали. Да, несомненно, эффектная бритва. Она и прозрачная, она и ручка пустотелая, и под фазана косит. Но в бритье не тятя, не матя. Ну, по крайней мере, для меня. От фазана у нее только внешний вид. А все остальное – это что-то свое и не совсем удобоваримое. Ну, то есть, по факту, если собрать вот это вот все вместе, ну, да, и, кстати, стоимость еще 27 баксов, на наши деньги – это где-то 1600 рублей на нынешний момент. Ну, тоже не маленькая, без доставки. Если все это консолидировать, то получается на рынке пластиковых бритв безопасных на сегодняшний день получается унылое затишье. То есть, вот все сидят по ноздри, и никто ничего не делает. А кто бы такой, чтобы вышел, там бам, волну пустил, и чтобы и ноздри, и уши залило, вот такого пока нет. В металле это аж все бушует, там все аж прут, а в пластике нет. Ну, вот поэтому мы и решили. Ну, не только поэтому, конечно. Потому что где понятно, что пластик это будет дешевле. А у нас времена, сами понимаете, непростые. И очень много людей, которые, допустим, и хотели бы что-то такое интересное взять, но как бы и кусается. То есть, семейный бюджет тоже никто не отменял, а он не резиновый. А тут понаехали с новыми бритвами. Поэтому вот мне кажется, что пластиковый Байкал-2 АБС, он на сегодняшний день как нельзя будет в кассу, и это будет как бы свежая струя в пластиковом мире по одной простой причине, что здесь не одна бритва, здесь две, потому что здесь две плиты, и четвертая, и вторая. Заранее выбрали именно это, потому что я уже точно знал, предполагал, что пластиковый будет несколько мягче, чем Байкал-2 оригинальный, и не прогадали. И на четверке, и на двойке этот станок способен доставить вам удовольствие. Вот ты, сученька, вот что-то тут чуть-чуть есть. Да, можно было раз еще провести. И самое главное, он не только может вам подарить состояние BBS на коже, но еще и комфорт. От его старшего брата у него осталось прощение всех ошибок. Если вы где-то завалите угол, вам тут же бритва это сигнализирует, и вы выставите его элементарно просто. Вам даже голову не нужно будет грузить, как поставить бритву, чтобы она вас брила. И при всем при том, эффективность и хорошее отношение кожи у этой бритвы на очень хорошем уровне. При всем своем резе она не будет вас теребонить, она не будет вас раздражать. Вот, посмотрите. Мою кожу вы знаете прекрасно. Если бы с этой бритвой что-то было не так, у меня вообще тут хохотальник такой был, что мама не горюй, фазан отдыхает. И тем не менее. Я очень рад, что мы все-таки довели это до ума, что мы все-таки сделали эту бритву. К сожалению, нашему великому сожалению, не получилось сделать так, как мы планировали с самого начала, потому что год назад, когда мы это начинали, у нас в голове цифра стояла, ну, 990 рублей, то есть до 1000. Но вот эти вот последние все мастурбации, перетурбации, или как вот это вот, ну вот вы поняли. Оно, короче, привело к тому, что хочешь не хочешь, а пришлось цену бритвы поднять. Но тут опять же не было того, что заработать миллион за одну сделку, как у некоторых пустых голов бывает. Нет. То есть вот тот оптимальный минимум, который мы могли себе позволить, мы его сохранили. По-хорошему, конечно, было бы ее сделать еще дороже. Но Евгений Васильевич – это тот человек, который, ну, он умный парень. Умный человек. То есть, он меня иногда притормаживает, потому что у меня тут идей столько, что ну, у него денег не хватает. Поэтому 1300. Согласен, сумма не маленькая, но за эту сумму, на мой взгляд, вы получаете лучшее на сегодняшний день в мире предложение из пластиковых бритв. Из всех тех бритв, которые я перечислил, пластиковые темы, вот нашему Байкалу на сегодняшний день ни одна бритва в подметке не годится. Да, пускай, может быть, это не скромно, маленько звучит и слишком так высокопарно. Ребят, ну для меня это так. И не только потому, что эти бритвы выпустил ХЛС, а по бритью. Все те бритвы, которые я вам сегодня перечислил, я ими брился, и примеряя на себя, я могу сказать это. Будет это также для вас? Вот это вопрос. Это нужно просто взять, попробовать и самому понять. Но зная о стоимости этой бритвы в 1300 рублей и то, что это не одна бритва, а целых две, то есть хочешь ставишь на вторую позицию, хочешь на четвертую, будет у тебя два разных вида агрессивности и 1000 рублей. Ну, я думаю, что большинство студентов, большинство людей, которые даже не думают о большом бюджете выделения на бритье, может быть, даже военнослужащие, не контрактники, а срочники, которые вот так вот думают, а какую бритву взять? Теперь-то я знаю точно, какую бритву посоветовать взять в армии. Ну, конечно, это бы тоже не стал советовать, потому что слямзят, стопудово слямзят. Рапиру за 150 рублей буду по-прежнему советовать. А это лучше с граждан на гражданку вернется, пускай тогда берет. Ну вот, собственно, и все. Ссылку на эту бритву я представлю в описании под видео. Всем, кому интересно, запрошаемо, welcome. Ну и до следующего видео в среду, где будет еще одни новинки, много, которые я вам с удовольствием покажу. На этом разрешите попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ребята, в конце ремарка. Кто хочет, выключайте уже. По поводу всех остальных ваших вопросов. Это и косорез, это и автограф, это и орелик, и прочее, прочее. Ребят, мы вам многое не рассказываем, потому что вам это не надо знать. Это наша стезя, это наш хомут, и мы его тащим. На самом деле с производством идет нешуточная бадалова. Сейчас в производствах творится такое, что мама не горюй. Но удалось довести до той точки, что вот производство клятвенно пообещало, что вот до октября вот со всеми этими позициями оно с нами рассчитается. Будет ли это так на самом деле? Поживем, увидим. Но учитывая то, что было до того как, и практику общения с производством, но верится с трудом. Но все-таки будем надеяться, что скоро все это, и косорез, и автограф, и орелик, мы все-таки получим и сможем предложить вам. Потому что для всех этих бритв, как раз вот, особенно для орелика, как раз вот самое время. Недорогую нержавейку, ну, она нужна. А прям сейчас нужна. Вчера еще была нужна, а сейчас тем более. Все. Теперь пока-пока. До новых встреч. До следующего бритья. Берегите себя.